Последние дни уходящего года выдались теплыми и дождливыми. За плюсовой температурой последовало резкое похолодание. Новогодним подарком от природы стала гололедица, холод и порывистый ветер. Причина тому – арктический антициклон. С 4 по 9 января на территории Ульяновской области установилась аномально холодная погода. Это связано с влиянием арктического антициклона. Среднесуточные температуры были в пределах 18-25 градусов мороза, что было ниже нормы на 9-15 градусов ниже нормы. Резкое похолодание и гололед послужило травмоопасным ситуациям на дорогах. В травмпункт Нарылеева в период новогодних праздников обратилось 670 пациентов с переломами, вывихами и ушибами конечностей. Обморожение в Ульяновской области в эти же дни получили 6 человек. От падений и ушибов поможет только аккуратность и удобная обувь с нескользящей подошвой. При первых признаках перелома нужно срочно обращаться к врачу. А вот при обморожении можно оказать себе первую помощь самостоятельно, но в особых тяжелых случаях с потерей чувствительности в волдырях и потемнениях кожи нужно немедленно идти в больницу. Нельзя сразу, то есть горячее что-то прикладывать ни в коем случае. Также категорически запрещено прокалывание пузырей, массаж, то есть натирание каких-то мазей тоже это нельзя. Обязательно нужно постепенное какое-то прогревание, например, начиная с температуры где-то 20 градусов и постепенно повышая температуру до 40 градусов, то есть постепенно нагревать, например, конечности замерзшие. Использование каких-то мазей, но также мази это помогает только при первых степенях обморожения. В ближайшие три дня потепление не ожидается. Температура в некоторых районах области будет достигать до минус 31 градуса. Прогнозируется снегопад и снежные заносы. Потепление, по словам синоптиков, стоит ждать лишь на следующей неделе. А пока одевайтесь теплее и не находитесь долго на улице. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.